Тишина за кулисами. Популярное нынче искусство – фотография. Именно ее и взяли за основу для своей постановки артисты школы-студии «Хобби». Основной атрибут постановки, она же главная декорация – вот эта рамка. Фотография, в которой разворачивается событие, первая школьная любовь, запечатленная в истории, но ожившая буквально на несколько минут. Взять с собой на конкурс эту рамку не получилось, однако и без нее ребятам удалось оставить эту историю в памяти зрителей и судей. А судьи кто? Лучшие танцовщики, хореографы и постановщики страны. Кумиры для череповецких ребят. И тем не менее, юные таланты не стушевались, справились. Мы справились вполне, так как мы уже давно танцуем и давно в группе. И мы все знаем друг друга хорошо и поддерживаем друг друга. Полное взаимопонимание как на сцене, так и в жизни. Вне стен Дворца химиков ребята из «Хобби» дружат. Я бегу, у меня просто вот здесь вот пластырь, он отрепляется, и я бегу, у меня нога прилипает. Детский восторг, однако, совсем не детская воля к победе. За последнее время этим ребятам удается одерживать уже третью победу на различных конкурсах. Появился азарт, говорит руководитель коллектива. Особенно после победы на «Магии танцев» в Санкт-Петербурге. Было более 100 номеров. Пришла, ну, очень сложная была борьба, но мы готовились очень серьезно и много. Мы занимались более 4 часов в день. И благодаря этому, наверное, все наши чувства были, мы были спокойны, технически подготовлены. Но на одной технике современный танцовщик не проживет. Ну, нам говорят, что нужно все выражать, эмоции показывать, чтобы это было как в настоящей жизни. А в настоящей жизни у артистов «Хобби» тяжелые тренировки без выходных, минимум по 3 часа в день. Современный классический танец, ОФП, оригинальный жанр, серьезная подготовка и большой задел на будущее. Некоторые ребята уже точно собираются после школы связать свою жизнь с танцем. Найди меня, мама, на крайне справа, Ну а пока радость первых побед. Кстати, в этот раз череповчане получили право выступать на фестивалях-конкурсах проекта «Я могу» и стали номинантами на международную премию в области детского и молодежного творчества «Артист» в 2016 году. Туда юные артисты очень хотят попасть и, наконец, исполнить полноценную программу с главной декорацией. Вера Кучеренко, Анатолий Холин, новости.